Добро пожаловать в тур на грузовиках Манкотов. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, нажав кнопку подписки. К черту. Не думай, делай. Нет места потому что, но если, то. Купи билет, доверяй своей интуиции. Отправляйтесь в приключения и живите своей новой целью. Мы сейчас на кухне, что у нас здесь? Это угловая кухня с очень большой раковиной с горячей и холодной водой по запросу. Большая поверхность для нарезки овощей и приготовления еды. У нас там есть стеллаж, на котором сейчас хранятся бутылки. Во время движения все остается таким и ничего не отваливается. То же самое, здесь ничего не падает и не скользит. У нас есть плита с тремя конфорками, я очень доволен этим, потому что теперь вы можете варить чай, а десерт в духовке Omni. Наверху у нас есть шкафы, которые удобно заполнить долговечными продуктами в удобных контейнерах. Помимо верхнего шкафа у нас есть еще и нижние шкафы. На вид всего 4 маленьких шкафа, но за ним много места. А именно, вся столешница под ней – это шкаф. Смотрите, вот у нас горшочки и планы, а на дне молоко или сироп для детей. Здесь у нас есть панель управления. Включение котла, усилителя Wi-Fi и освещение салона. Здесь мы можем управлять дизельным обогревателем и, самое главное, монитором батареи Vectran. С этой стороны кухни у нас есть холодильник. Работает от 12 вольт, составляет 130 литров, а также имеет морозильную камеру. При потреблении 48 ватт он отлично работает на наших солнечных батареях. Над холодильником наш кухонный ящик. Картофель, лук и фрукты мы храним в холодильнике. А здесь можно увидеть все пластыри, градусники и все прочие мелочи, от которых мы еще хотим избавиться. Это в нашей гостиной. А в этих шкафах можно хранить много чего. У нас все, что связано с домашним обучением, касается обоих мальчиков. Наверху шкаф, а здесь все игры. Кто победит? Я. Левая и правая имеют одинаковый размер. Разумеется, под скамейками много места для хранения вещей. Мы также можем превратить эту зону отдыха в кровать, чтобы вы могли спокойно спать с 9 здесь. 2 здесь, 2 наверху, 1 там, 2 в палатке слева и 2 в палатке справа. Двойную выдвижную кровать шириной 1 метр 40 легко перемещать вверх и вниз с помощью ручной лебедки.
Если вы хотите остановиться более чем с двумя людьми, зону отдыха можно легко превратить в просторную двуспальную кровать шириной 1,50 м и длиной более 2 метров. Таким образом, здесь достаточно места для 4 человек, в то время как в двух двухместных тентах на крыше могут разместиться также 4 человека. Кроме того, обеденную зону можно превратить в детскую кроватку. Мы искали в нашем доме место, где можно было бы визуализировать учебный материал для детей, и использовали булавки, чтобы прикрепить его к потолку таким образом, чтобы он был всегда виден и когда есть момент для отчета или разговора об истории или сколько сейчас времени, тогда это сразу видно визуально, и тогда мы можем просто использовать его. Как добраться из пункта А в пункт Б? У нас есть два дизельных бака. Дизельные баки имеют общую емкость более 800 литров. Следующая часть этой машины. Что очень удобно, так это шкафы снаружи. Здесь мы храним игрушки для детей, обувь, стулья для детей. С 460 литрами воды в резервуаре мы действительно можем просто отключиться от сети на долгое время. Наша летняя кухня находится в этом шкафу. За этим стоит наш бытовой аккумулятор. Бытовой аккумулятор состоит из трех аккумуляторных батарей EEGM емкостью 110 ампер-часов. Они заряжаются через солнечные панели на крыше, состоящие из четвертых панелей по 100 ВТ. В специальном отсеке для газового баллона есть место для газового баллона с пропаном или бутаном для приготовления пищи, отопления и горячей воды. Большой плюс в том, что жилой блок легко ставится на ножки. При этом все объекты продолжают работать автономно, а автомобиль может, например, отправляться в гараж для обслуживания. Отключение жилого блока – это работа, которую можно выполнить одним или двумя людьми примерно за 45 минут. Хотите увидеть больше наших автофургонов? У вас есть какие-нибудь советы для нас? Дайте нам знать об этом в комментариях.
Чтобы не пропустить ни одного видео, подпишитесь на наш канал и поделитесь им с друзьями.